Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Итак, с вами в студии Руслан и Витёк. И мы вас приветствуем в программе «Новости, реклама о реюнионе 2014 года». Итак, хотели бы пригласить вас на самое главное событие 2014 года. Итак, нам 10 лет. И поэтому у нас несколько праздников. Graduation будет в субботу 7 июня. Но самое главное, мы сейчас обращаемся ко всем студентам всех годов. Чтобы они пришли в воскресенье 8 июня в 6 часов вечера на самый большой реюнион в истории славянского населения в Америке. В программе вас ожидает. В программе будет программа. Бесплатная парковка. Здание с кондиционером, а самое главное, потрясающие гости и пища. В гостях будут Богдан Бондаренко, Дина Назарчук, Андрей Захарченин, Славик Сушинский, Катерина Каргальская, Наташа Глобак, Михаил Иванов, Игорь Черничук, Халайдида Колян, Юрий Мачковский, Костик Мариновский, Юрий Лукашенко, Кухарчук Настя. Также будет брат Дины. А с 2007 года Коля. Нина Мартынова, Максим Дубленков, Юля Филиппова и Катерина Гладгимингам. Ну а самое главное, если у вас есть друзья, которые даже не учились в близкой школе, не бойтесь, все равно приглашайте их. Берите их с собой. Итак, в эфире самое скандальное интервью библейской школы. С человеком, который ни разу не учился в библейской школе SMBS. Вы готовы? Да. Начали. Здравствуйте, Руслан. Добрый день. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, почему так и ни разу вы не учились в SMBS? Итак, если вы хотите поучаствовать на реюнионе 2014, вы можете это сделать. Пожалуйста, присылайте ваши идеи на наш красивый email. reunion@slavicmissionary.org. Большое вам за все спасибо. Повтори. reunion@slavicmissionary.org. Спасибо большое. А сейчас... мы хотели бы закончить песней.